Жука, руки подними. Не подсаживайся на ногах. Сильно. Видишь, Андрюха, зачем этот удар нужен? Вот это. Зачем ты? Ты должен прожали. Я ж тебе говорю, не борзей. Спокойно. Да спокойно, он ты баллы забирай и отскакивай, а не рубишься. Вдруг они же пояса. Ты с клинча должен был ударить, Андрей. А ты поспал. С клинча ударить должен был. Не разрываешь меня. Попробую левой рукой.
левой половинке, а шестой удар это правый. А Юра будет делать что захочет. А ты попробуй заработать очки. Не просто ударить, а балл заработать. Руки, Андрей. Брек, 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 туда под нож. Хватит, брек, давай. У меня капа во рту. Стоп. Анюха, не проваливайся. Все, брейк, брейк. Не вались, чётче. Не вались, Андрей, чётче. Не проваливай вниз. Все, стоп. Андрей. Не зависать. Thank you.
не зависать. Руки, Андрей. Ты ушел. Не коси удар. Не рубись. Руки. Левую руку, Андрей, держи. Пятнадцать секунд. Так, после спарринга сегодня можно сейчас покупаться. Мы находимся в Днепропетровске, спорткомплекс Велес. Сейчас идем купаться, тренируемся. Третья тренировка сзади. Полноценные сборы. До связи. Так, я пошел гулять. До связи. Есть? Все, сейчас Юрий Горбенко будет купаться. Смотри. Так, сегодня мы боксируем с раннего утра в супер модном зале Fly Yogi. Сейчас вы видите, какой получится у нас бокс. Будем боксировать на веревках. Сегодня моему другу Халку купили модный шлем.
Ну расскажи, как впечатление. Отличный шлем, будет держать мой нос. Да, сейчас я лично буду проверять его шлем на его крепость. Посмотрим, что получится. Так что смотрим и наблюдаем наши видео. А я в обычном простеньком тайском шлеме, проверенным годами. Пробуем. Голову не упускай, Андрей. Thank you.
брейк. Не бросай так. Брек. Брек. Стоп. Друзья, тренировка утренняя закончилась, отбоксировали, поработали в тройке, все выжили, все молодцы, немножко устали, но это не страшно. Все самое интересное ждет нас впереди. На связи, ждем обеденный и вечерний тренировок. Гранды большого спорта Днепропетровска. А ну покажи, класс, бой с тенью сделай. Гусик, готовься. Я ему передам. Всем привет. Короче, мне только что намазали этой мазью. Тайской, разогревающей. Сейчас начнется полироваться, но я уже чувствую, что там спина печет. Если я доживу, я вам отмаякую. Все, снимаешь? Да. Вот эти здоровяки меня хотят побить. Сейчас будут надо мной издеваться. Давай. Ставки на меня ставим. Давай 10. А так положим, сейчас проверим. По 2. Вот так кусочками и снимать. Да. Ну, спарринги полностью снимать. Андрюхе говорили, чтобы он дрова поносил, там кабанов побросали. Вот таких свиней погоняли, корову завалили. И Инстаграм. Готовимся на чемпионат Украины. Что подъебывать? Тема нужна. Ну что, Рабальдо? Кто мне не снимать? Сушить было. Все? Да. Через дух. Что?
пока свежий, попробуй хотя бы каждые 15 секунд 4 удара. Один, ты что, на руки забитый. Смена партнера. Один не дальше, другой на свет.
Парни, реально тяжело, хорошо пьют. Тяжелые удары. Выживаю. Пить хочу, не могу. Еще не за коралу. На этом вторая тренировка сегодня закончена. Тяжело. На старой стиле в мегонях, молодые. Осталось немножко. Выживаю. Иногда бью. Боксером и тяжело по боксу. Да. Еще. Давай переходим на работу. Побежал я. Face to face,
А вот какой раунд, и прыгнул. Мы уже поржали с этого. Ну что, нельзя? Шути это, пошути. Закончилась вторая утренняя тренировка по боксу. Мы выжили. Я, может, и старичок, но фор даю еще молодым. Не даю себя в обиду. Спасибо нашему другу Волошину за то, что он меня позвал, пригласил в гости. Приедем и честь позовет еще раз. Будем готовиться от вас. Надеюсь, я не подвел его. То есть на связи продолжаем смотреть наше видео. Еще много всего интересного. Идет видео? Все, закончился у нас парень сессии, два дня интенсивного спарринга, утром, обед и вечер. Все выстояли, все молодцы, без травм. То есть, я считаю, что спарринг прошли на отлично. Пацаны, скажите пару слов. Спасибо, спасибо за опыт. Спасибо большое. Да, так что мы...
Спасибо всем друзьям, что выстояли, не убили, не прибили, а все пошло на пользу. Закончились спарринги с нашими молодыми боксерами из города Днепропетровска. В супер крутом, мега крутом спорткомплексе Велес. Я вам рекомендую, также здесь проходит реабилитация и подготовка профспортсменов. Так что приходите, те, кто находится в Днепропетровске, приходите занимать, получите кайф, удовольствие. А вы мне потом отпишите и скажите спасибо за рекомендацию. Юрий Горбенко, рекомендую.